Наконец-то выбрался. Какого-то монстра я там слышу. Кровосос, ё-моё. Вот он. Ну, пойдем вернемся к долговцам. Проверим свой тайничок там. А то, может, стоит его перенести в другое место. Так, так, так. А, это на армейских складах продают Абакан. Я уж испугался, что это мой штурмовой Абакан тут продают. Здорово, Воронин. Хорошо следил за ящиком. Я сейчас проверю. Ни хрена себе. Чё за херня, Воронин? Где штурмовой Абакан? У тебя нету. Вот это, блин, засада. Так, у этого тоже нету. Вот он. Ах ты ж падла такая, а? Ах ты ж ворюга. Ты чё падаешь, мужик, мужик? Вы видели, а? Он сам упал, он походу чего-то обдолбился. Да, серьезно. Ну и никто не обиделся, да? Хорошо. А ну-ка, друг ты мой болезный, пойдем-ка со мной. Не-не-не-не-не. Я тебя даже не буду гравипушкой трогать. Не знаешь, как за счастье тебя, скотину, за шкирку лично тащить. Вот так вот. Ну ты видел, мужик, он сам упал, да. Он сам упал. Обдолбился чего-то и упал. Вот несу его, пусть поспит, отдохнет. Воронин, я предупреждал? Предупреждал. На первый раз обхожусь одним трупом. Значит так. Ну, хорош. Ах, сука. Ах ты ж тварь, блин, а вот. Придется из-за тебя тащить все не знаю куда. Где-то тут есть вагончик. В нем
должен быть ящик. Пойдем пока туда отнесем. Мама! Мама! Сука! Блин! Падла! Мама! Верни. Иди сюда, тварь кровососущая. Где ты там? Я за это тело всех порву. Блин. Надо опять переодеваться. Где ты там? Хрен ее знает, ушла куда-то. Ну пойдем потихоньку. Пойдем на разведку сходим. Есть ящичек. И она маленькая вокруг, и радиоактивненько. То, что надо для схрона. Так что за твою жадность найдешь ты свой покой в этом месте. Будешь стражем у моего схрона. Ну, пока что так. Так как патрончиков для натовской пухи у меня почти не осталось, берем снова калаш, причем он даже с подствольником, с интегрированным, а нет, можно отсоединить. Где теперь эта кровососущая? Вот она, тварь! Скорострельность оставляет желать лучшего. Ничего, все нормально.
Что у меня там теперь надо сделать? А, надо жилу найти. Еще, блин, ствол князя найти надо. Значит, пойдем сюда. Будем искать жилу. Вот тут, кстати, тоже неплохое местечко, но... О, нифига себе. Но сюда могут подойти сталкеры и ограбить этот ящик. А вот там, среди аномалий, он более-менее в безопасности. Ой-ё! Блин, кругом аномалии. Опа-на. Живое тело рядом, да еще и монстры бегают. Тварина тупая. Знаю я, как тебя достать, тварь. Это живое тело, по-моему, ко мне враждебно, раз оно на мини-карте не отображается. Печечка такая прикольная. Чё тут творили? Весь пол в кровище, блин. О, нифига себе, как я сюда заглянул. Да это же винчестер князя. Вот так вот просто валялся под лестницей. Ой. Чувак, вот почему ты в меня начал стрелять, а? Я вот никаких признаков враждебности не проявлял к тебе, а? Эх, бандос, бандос. Купец хренов, блин. Я-то подумал, ты не будешь в меня стрелять, раз уж сразу не начал. Ты, сволочь, готовился, выбирал удобный момент, понимаешь? Там где-то химера. Вон она. Где ты там? Мама! Она тут не одна. Кажется. Точно. Ну, мне не впервой.
Чё, сталкер, тёр ты? Меня двумя химерами не испугать. Она чё, сдохла, что ли? Да? Раны хоть и не сразу, но дали о себе знать. Обойдем-ка вокруг. Ё-моё! Вот это я влетел. Аккуратнее. О! Есть! Есть невраждебное ко мне тело. Жила. Ты-то как раз мне и нужен. Жила. Доброго дня. Здорово. Ты случаем не жила? Ну я. А тебе-то что? Ну если ты и есть жила, тогда я по адресу. Не томи, что надо, фраер. Ты обладаешь некой информацией, которая нужна мне. А именно, ты должен знать, где бандитский схрон. Ах, вон оно что. Только нахрен ты мне сдался? Для непонятливых расклад такой. Не сегодня-завтра тебя свои кокнут. Чужим ты нафиг не нужен. А тут я, твой спаситель. Ты мне поможешь, а я за тебя замолвлю словечко перед Ворониным. Сможешь удолго на базе перекантоваться. Ладно, фраер. Только поменяем мальца расклад. Ты сначала договариваешься с Ворониным, а уж потом я тебе про схрон говорю. У тебя все козыри, а у меня только один, сам понимаешь. Если я тебе про схрон расскажу, то больше не нужен буду. Лады, жди, скоро вернусь. Где нет? В городе Ментышмана. Тут салабоны гоня. Не, ну Волына, это в натуре, конечно, прикольно. Только бугор как дал, так он же ее так и отобрать может. Похавать захотелось, похавали. Так ладно, там есть кто-нибудь на этой базе или нет? Я вот никого там не чую. Мой детектор ничего не улавливает. Нет, там, кажется, на туре никого нету. Стоямба. Голяк. Ну, при таком раскладе давай туда зайдем, чё? Так вообще-то подожди. Не стоит туда сразу вот так вот переться. Сейчас побазарим с Ворониным. Потом жила мне, надеюсь, даст наводку на схрон, который, я думаю, как раз находится на территории того комплекса. И заодно и схрончик возьмем и всю территорию обшмонаем, чтобы два раза туда не ходить. Генерал! Что тебе, стрелок? Нашел я бандита того. Он согласен про схрон рассказать. Только это, он хочет, чтобы вы его под свою защиту взяли и пустили к себе на базу. Еще чего?
Зачем мне здесь всякое бандитское отребье? Вещи у ребят начнут пропадать. Знаю я этих уголовников. Их только могилы исправят. Ага. На своих бы ребят посмотрел. Быстро у меня бока штурмовой увели, блин. Воронин, он не такой, он не вор. Он десантник бывший. Ему просто не повезло. Ну сел в тюрьму, а там про зону узнал. Ну и рванул сюда после отсидки. А здесь кому ему еще идти? Вы ж зэков бывших не берете. Ну и пришлось парню к уголовникам прибиться. А так он нормальный мужик, я за него ручаюсь. Но если ты ручаешься, тогда ладно. Пусть идет. Только предупреди его. Поймаю за воровство сразу к стенке. Ну да. Я вот тоже поймал твоего за воровство. И сразу шилом в глаз. А ну пойдем к Петренко заглянем. Давно я с ним не базарил. Может, у него новые предложения для меня есть? Нет. Все то же самое. А, прицелов нету для калаша. Блин, нету. Ну тогда ладно. Обойдусь как-нибудь без оптики. А капитан что сказать не хочет? Ничего? Нет. Да ё-моё! Блин! Сука! Сквозь мост бьёт. Ствол потерял. Мазафака! Вон он. Давай возьмем, че он, сука, мне глаза мозолит, на этой дороге валяется. Пойдем проверенной тропой. Хоть радиоактивно, но зато 100% без аномалий. Блин, а кармане в натуре голяк. Хоть бы олень какой-то попался с хабаром. Или лучше с баблом. Привет, Жила. Здорово. Ну все, договорился я с Ворониным. Можешь к ним на базу перебираться. Я свою часть договора выполнил. Теперь очередь за тобой. Слушай меня, нычка находится на крыше, в основной части бывшей фабрики. Тебе надо будет подняться на крышу по деревянной лестнице. Я тебе метку скину, с ней наверняка быстро найдешь. Окей. Ты сам дойдешь, да, до базы? Ну давай. Блин. Кажись, кругом аномалии, и через этот вход я не пройду, да? Мазафака, блин! А? Не
то вот так вот. Вот здесь я тоже попался в прошлый раз. Блин, или здесь. Хорошо приложила. Бодрит. Что-то тихо здесь, подозрительно прямо аж. Вот она, эта тишина-то, блин. Снорков полно. Ага, вон он. Оу! Стреляет медленно, но убойная сила нормальная. Быстро снорков валит. А, вон они. Один аж вниз провалился. Ладно, потом с него стопу срежем. Такая база. И никто тут, кроме снорков, походу, не живет. Красиво, говорю. Так, все. Отсюда все забрали. О, кружка. Че, мафон не работает? Дроби немного. Дробь, наверное, мне пригодится. У меня там дробовик без дела лежит. Хороший дробовик. Здесь, кажись, все. Так, что у нас тут-то есть? О, медицина. Бензин.
еще.